Есть один момент, который очень хорошо виден. Обычно на крышках, вот здесь внутренняя часть, она, конечно же, что я делаю? Я даже грязной стороной от чая. И я думаю, я не знаю, видно, не видно, прокомментируйте, потому что мне интересно. Видно? Вот она. Вот грязно, а вот здесь вот чисто сразу становится. Но, может быть, через камеру это не видно. Поэтому, конечно, хотелось бы вашу обратную связь. Между прочим, если у вас... Кстати, обратите внимание, вода выключена. То есть она не течет. Это тоже такой немаловажный момент. Теперь мы его помыли. Берем вот наш любимый самбим. Зачем нам нужен самбим? Он собирает влагу. Думаю, что хруст слышен, хотя сама крышечка под водой еще и не была.